Доброе утро, друзья! Всем огромный пламя итальянский чау. Что у нас творилось вчера вечером? У нас вчера вечером кошмарный ураган был. Я сейчас приехала на одно место, супермаркет Пенни. Находится на другом конце нашего города. Хочу вам показать, что случилось с этим супермаркетом. Офигеть, блин! Я не знаю, честно говоря, что в этом районе творилось. Ураган или торнадо? Вот у нас был ураган, а здесь, наверное, торнадо был. Потому что, смотрите, наконец-то поменяли стекла. И крыша тоже сорвалась, крыша. Вот смотрите, сколько рабочие. Видите, уже убрали. Наверное, ночью начались работы. Вон, африканцы стоят, работают, просят деньги. Аж двое. Да, поменяли стекла на дверь, потому что дверь была выбита, просто-напросто стекла были выбиты, и крыша была, валялась там. Видите, вот до сих пор крыша на земле. Не знаю, когда начались работы, наверное, ночью. Ну, какие оперативные. Все перекрыли тут. Крышу будут менять, конечно, сразу. И тут Рину сказал, что это самое, прямо людей сносило. Какой-то ветер был сильный. Нифига себе. Сейчас я вам покажу, какое было сразу после урагана тут крыша. Когда приеду домой, покажу. Короче, сейчас еще несколько минут осталось до моей работы. И потом, когда приеду домой, покажу, в общем, что там было сразу после урагана, что творилось с этим супермаркетом. Вот это Брико, куда мы часто с Рину ездим. Вот, все, доехала до работы, еще даже пораньше приехала, еще есть время, как говорится, посидеть в машине. Да, представляете, вот это какой силы был ветер, чтобы сносить, чтобы снести крышу. Вот, Рину сказал, что там сносило не только стекла двери, а сносило людей даже, которые заходили в супермаркет. Благо, еще был супермаркет открытый, люди даже падали. Представляете, какой страшной силой был ураган. Я не знаю, что за ветер был, что торнадо, что ли, не торнадо. Хотя где-то в этих районах, на другом конце города, слава богу, в этот раз не у нас, а где-то на этом конце города был град сильный. Вот как у нас в прошлый раз был град, вот прям шарик такой, да, и здесь где-то был град, вот я точно не помню, в каких зонах, в каких районах города, ну, где-то на этой стороне, в общем, города. И я когда увидела эти кадры, это видео именно сразу после урагана, вот этот супермаркет, думаю, ничего себе, что там точно, наверное, какой-то торнадо был. Хорошо, что вчера мы заранее, как говорится, наших кошаков загнали домой, потому что я прям чувствовала, что-то начиналось, и потом, когда я увидела эту тучу, которая шла на нас, надвигалась еще с такой силой, вот я офигела просто-напросто. У нас так резко потемнело дома, вот, хоть свет включай, а время было только 5 часов. Мне Рина написала смс-ку, типа, здесь у нас начинается ураган, вот, надеюсь, что я нормально приеду домой, вы там как? Я говорю, у нас тоже ураган, я говорю, смотри, будь осторожны, я не знаю, что на дорогах все машины с включенными фарами, прямо темно на улице было конкретно, ужас какой, ну... Слава богу, коты наши все дома, я не знаю, бедные те котики, которые на улице живут, как где они прячутся в такой ураган сильный прямо. Видите, что у нас творится? Вот женщина одна подняла ветку упала сзади. Я не знаю, что у нас весна, лето, что у нас погода творится, если не жара, не дождь нормальный, а ураган прямо, представляете, прям ливень конкретный, град. Короче, надеюсь, что все это пройдет. Ну, ладненько. Котенка я сегодня не видела, к сожалению. Вот, но я оставила на улице еду для наших котиков. И надеюсь, что котенок придет и покушает. Они сожрут все эти уличные здоровые коты. Вот эти вот козлы вонючие, которые, блин, наглые. Ну, ладненько. Все. Приехала на работу. Поработаю. О, еще неделя прошла. И смотрите, какие огромные прям початки. Хоть уже срывай кукурузу и вари. Когда у меня початки появятся? Вот не каждую неделю снимаем вам эту кукурузу. Как она быстро растет. Вот смотрите, после вчерашнего урагана, какое у нас сегодня небо чистое. Ни одного облачка. Ни одного облачка. Да, ну ладно, сейчас пойду поработаю. Видно немножко снега, видите, на верхушке, вот, где лампа над лампой. Ну вот, когда я буду на работе, на втором этаже, посмотрю, вот если будут видны горы, покажу, очень много снега выпало. Вот, представляете, июль месяц. Июль месяц, в Альпах у нас снег идет еще. Так что можно спокойно 2 часа, и ты снежки играешь. Чао, Танос!
Принесла ему снова печеньки. Танос. Во, бисквоти. Чао, амико. Чао. Мне записочка пришла от дочери моих друзей. Привет, Галя. Я сегодня работаю с утра. Хорошего тебе дня, Мартина. И смайлик. Ну, какая молодец. Постоянно путаю, какая из них Мартина. Потому что они так похожи, сестры. По-моему, вот это вот слева Мартина. А вот это справа недавно вышла замуж. Да? Ой, да кто-то меня зовет. Фотографию вам показывала, записочку. А Танос уже знает, что я ему принесла печеньки. Да, бисквоти. Ой, бисквоти. Танос знает, конечно, и ждет. Да. А, ты мой хороший. Вкусно? Вон, ну-ка, сядет он, сядет. Ты сядешь? Сиду-то. Сиду-то, сиду-то. Сиду-то. А, не хочет парень садиться. Скажи, давай мне скорее твои печеньки. Я не хочу сидеть, я хочу кушать. Да. Все, иди работай, Галинка. Ого-го. Я утром, когда шла на работу, из-за собаки, из-за Таноса, даже не видел, что здесь тоже дерево падало, видать, из-за вчерашнего урагана. Потому что не было этого всего. Смотрите, что творится. Нифига себе, и вот ветка тоже поломанная. Вот какой у нас ураган был. Так, ну все, я отработала. Сейчас покажу вам гору Розу, какая она снежная. Так, вот я специально остановилась в рисовых полях, потому что отсюда очень хорошо, как говорится, видны все наши ближайшие альпийские горы. Вот это самая высокая наша гора Роза. Видите, сколько там снега выпало? Офигеть! И вот там тоже снег выпал. Вот какой у нас ураган был. А в горах снега по валам прямо. Так и хочется туда поехать. Или на море, или в горы, где снежок. Фу, Галинка бесчелочная, потому что работала. Так, я сейчас по дороге домой заехала в турецкий, в турецкую кафешку. Взяла Никите такую лепешку кебаб. Пока она тепленькая, как раз довезу домой. Благо сейчас лето, тепло. Ой, будь довольны, потому что мама, мама... Когда ты мне уже возьмешь лепешку кебаб, как кебаб, потому что он так соскучился. Действительно, я давно не покупала ему эту лепешку. Ну ничего, сейчас будет доволен, сейчас ему сюрприз сделаю. Да, у нас тоже, как говорится, ураган побушевал. Здесь был рулон, и вот там он аж где оказался, вот этот рулон пластики. Кстати, мы вызывали... Звонили в специальную мусорную компанию, чтобы вывезти эти рулоны. Они сказали, чтобы их вывезти, надо именно еще и доплачивать. Потому что это такое, в общем, как бы материал, что они не могут у себя его держать. Они его куда-то туда, в специальные места отвозят. В общем, там, ой, короче, не знаю, когда мы эту всю рухлядь выбросим. Самое главное, вот это вот. Вот, ну ничего, заплатим, чтобы вывезли. Потом отдельно надо будет вот это вот все железное, мы сюда складываем, тоже выбросить. В общем... Смотрите, последствия, нифига себе, как ты вылетел оттуда, рулон, елки-палки. Кстати, вчера мы с Никитой вместе тут немножко порядок навели, наконец-то. Видите, тут полки, что вот эти вот стояли, вот эти вот полки, я их туда поскладывала. Вот, там те угли, там вот эти все доски, которые для сжигания, все сверху покидала. Хотя бы здесь немножко, как говорится, сделать... Ой, что это за карта, откуда она? Хотя бы, чтобы немножко... Это самое, как говорится, освободить, потому что здесь все завалено было, забито. Ой, что тут у меня происходит? Смотрю, много кукуруза полегла. Снова полегла. У нас как не ураган, так кукуруза ложится, бедная, падает, падает. Вот только самые крепкие, самые уже высокие, самые крепкие, они еще стоят. А много, я смотрю, кукуруза полегла. Интересно, встанет, не встанет. То у меня огурчик подрастает. Эти помидоры, надеюсь, пойдут хорошо. Вот. Что как говорится, не сломаются. Надо будет побрызгать, чтобы никакая болезнь не брала. Хотя бы этот кустик помидорный. Вот. Ой, надо это самое огурец послать в другую сторону, чтобы оно на дерево не шло. Угу. Огурчики подрастают. Отлично, отлично. Ой, так хорошо, уже огурцы, помидоры едим свои. Как говорится, био, вкусные, сладкие. Вот тоже как огурчик красивый уже. Вот. Вот там огурчик надо сорвать, потому что я не хочу, чтобы он был таким сильно жирненьким. Вот. Это пупырист. Видите, с пупырышками сладкие, хрустящие наши огурчики. Отлично. Не хочу, чтобы он, как говорится, семена были там сильно жирные. Вот. Тут у меня тоже огурчик. Прямо по кукурузе идет. Огурчики пока еще... Не сильно подросли. Ну да, ладненько. Ну, в общем, смотрю, кукурузу надо подпереть.
которая упала. Так все нормально. Здесь помидорки тоже. Вон у меня. Так, чувствую, баклажаны надо уже собирать урожай и что-то с них делать. Потому что и там баклажаны уже хорошие. Вот, а внизу, а сверху, видите, другие уже растут. Ой. Даже героин мой упал на кукурузу, и кукуруза упала. Ой, какой тяжелый этот георгин, ничего себе, какой тяжелый. Сейчас его подопру.